К другим темам. В День учителя в Саратове наградили заслуженных педагогов. Торжественное мероприятие, на котором собрались сотрудники городских школ, прошло во Дворце творчества детей и молодежи. Профессиональный праздник 5 октября был утвержден в мире в 1966 году. Россия официально присоединилась к празднику позднее. В нашей стране День учителя отмечают, начиная с 1994 года. А до этого праздничные мероприятия приходились на первое воскресенье октября. Очень люблю свою профессию. Выбрала ее не зря. Выбрала, потому что с первого класса люблю математику, люблю своего учителя. Настолько рада, что я работаю в этой сфере. Я настолько довольна, я хожу на работу с удовольствием. И всех своих коллег я поздравляю с праздником. Я желаю им только жизненного оптимизма, уверенности в себе, любить детей и ходить на работу с удовольствием.